Дин Дюньхуэй в третьем раунде турнира British Open играл против бельгийского игрока Жюльена Леклера. Ну и Дин повел атаку в стартовом фрейме. Хорошей позиции. Но ошибся. Ошибся Дин, набрав 44 очка. И шанс получил Леклер. Но подход оказался коротким у бельгийца, и стартовый фрейм вторым подходом забрал себе Дин Дюньхуэй. Дин повел атаку во втором фрейме. Но на этот раз еще короче был подход, всего лишь 7 очков набрал Дин. Но и у Леклера повести атаку не получилось. Выйти на цветной он не сумел. И набрал всего лишь 14 очков. Начал второй подход Дин. И на этот раз серию он сумел продлить. Сделал первую полусотенную серию этого матча. 59 очков. Ну а счет стал уже 2-0. В третьем фрейме вновь повел атаку Дин Дюньхуэй. Непростой был розовый, и шар остался около лузы. Ну а Леклер ошибся в отыгрыше, снова повел атаку Дин. Хорошая позиция была перед Дином. Но вот чуть посложнее был красный, и шарта мини забил. И получил отличную возможность Леклер для того, чтобы размочить счет в этом матче. Пара сложных красных оставалась. Сумел справиться со своей задачей Леклер, но последний красный не забил. Один отправил его в лузу. И третий фрейм также остался за китайским игроком. Счет стал уже 3-0. Повел атаку Дин в четвертом фрейме. 8 очков он набрал. И черный шар не забил. Но Леклер ошибся на простом коричневом. И матч этот Дин завершил серией 59 очков, выиграв его с итоговым счетом 4-0.